Доброго дня, меня зовут Лена, я рада вас витати на своем канале. Девчат, сейчас у нас массовая воздушная тревога, сейчас над Украиной летят ракеты, уже второй или третий запуск идет, поэтому спешу записать это видео. К сожалению, такие реалии нашей жизни. Я приехала сюда уже, вы видите, домой сейчас, где у нас Тернопольщина, работает ППО. Это хорошо. Вот вы знаете, почему я сейчас записываю это видео? Потому что у меня четкая уверенность, и я очень доверяю своим сбройным силам Украины, я доверяю ППО. И именно эти люди, эти машины дают возможность свободно дышать и свободно общаться. И я очень благодарна. Поэтому первое мое желание, которое я хочу, чтобы исполнилось, это, конечно же, победа Украины. Я очень хочу, чтобы мирное небо появилось над нашими головами как можно скорее. Я очень хочу, чтобы мирное небо было над вашими головами всегда. Конечно же, я хочу вам пожелать крепкого здоровья. И что касается конкретно этого канала, конкретно канала «Жизнь худеющей богини», я хочу каждой из вас, каждой своей тростиночки пожелать именно осознанности. Осознанности того, что мы с вами делаем. Вот когда придет осознанность, когда сложатся все вот эти пазлы, поверьте, тогда и будет результат. Я на своем канале постранила на 57 килограммов, и уже с Нового года я с вами поделюсь таким новым этапом, как я буду продолжать свою стройность. Я вас немножечко заинтригую в этом году, потому что, ну, я интригантка, я это дело люблю делать, поэтому в следующем году я с вами обязательно поделюсь тем, как я буду продолжать. И я уверена, что метод, который я для себя выбрала, да, тот путь, который я для себя выбрала, он будет рабочий. Потому что я работаю в таком направлении, чтобы сбросить вес и при этом его обратно не набрать. То есть моя главная цель для меня — не набрать вес назад. Ну и, собственно, в этом направлении я работаю. И вот эти свои мини-планы, которые я составила, я обязательно с вами поделюсь уже в следующем году. Вам хочу пожелать, чтобы вы этот год вошли как тростиночка, как богиня. И я уверена, что большинство моих девчонок уже знают, как это делать. Мы с вами не с голодного краю, поэтому, девчата, обязательно об этом помните, что продукты есть, были, есть и будут. Нету запрещенных продуктов. Есть продукты, которые мы с вами, которые нам помогают стройнеть, а есть, которые нам просто это вот категорически мешают. И я хочу, чтобы вы сегодня, завтра отдохнули, морально немножечко подзарядились, и уже следующее второе число, 2 января, вы начали как тростиночка, как богиня, потому что это очень и очень важно. Когда мы с вами заходим в этот углеводный зажор, он нам очень мешает потом встать и настроиться на работу, а то, что мы с вами делаем, это работа над собой в первую очередь. Поэтому, девчата, осознанности вам, я хочу, чтобы каждая из вас осознанно к этому подходила. Все, мои хорошие, елки нету, наряда нету, потому что ситуация не та, условия не те. Всех с наступающим, всем здоровья крепкого и, конечно же, женского счастья. И самое главное – это мирного неба над головой. Все, мои хорошие, я жду вас в следующем году. Я благодарю вас за то, что вы со мной. И я вас люблю, целую и ценую. Пока-пока.